У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Спит. Судом. Откуда? От верблюда. Что вам надо? Шоколада. Для кого? Для сына моего. А сколько вам прислать? Пудов это 5 или 6. Больше ему не съесть. Он у меня еще маленький. А потом позвонил крокодил и со слезами просил. Милый, хороший, пришли нам галоши, и мне, и жене, и Татоше. Постой, не тебе ли на прошлой неделе я выслал 3 пары отличных калош? Ах, те, что ты выслал на прошлой неделе, мы давно уже съели. И ждем, не дождемся, когда ты нам снова пришлешь к нашему ужину дюжину новых и сладких галош. А потом позвонили зайчатки. Нельзя ли прислать нам перчатки? А потом позвонили мартышки. Пожалуйста, книжки. А потом позвонил медведь. Да как начал реветь. Погодите, медведь, не ревите. Объясните, чего вы хотите? А он все му да му, от чего почему не пойму. Повесьте, пожалуйста, трубку. А потом позвонили цапли. Пришлите, пожалуйста, капли. Мы лягушками нынче объелись, и у нас животы разболелись. А потом позвонила свинья. Нельзя ли прислать соловья? Мы сегодня вдвоем соловьем чудесную песню споем. Нет-нет, соловей не поет для свиней. Позови-ка ты лучше ворону. И снова медведь. О, спасите, моржа! Вчера проглотил он морского ежа! И такая дребедень, целый день, то олень позвонит, то тюлень. А недавно 2 газели позвонили и запели. Неужели сама девочка с газелькой уселила? Ах, в уме ли вы, газели, не сгорели карусели и качели уцелели? Вы б, газели, не галдели, а на будущей неделе прискакали бы и сели на качели карусели. Но не слушали газели, а по-прежнему галдели. Неужели сама девочка качель погорели? Что за глупые газели? А вчера поутру кенгуру. Не это ли квартира мой додыра? А я рассердилась, да как закричу. Нет, это чужая квартира. А где мой додыр? А где мой додыр? Не могу вам сказать. Позвоните по номеру 125. Я 3 ночи не спала. Устала. Мне бы прилечь, отдохнуть. Но только легла, звонок. Кто говорит? Носорог. Что такое? Беда, беда! Бегите скорее сюда! В чем дело? Спасите! Кого? Бегемота! Наш бегемот провалился в болото! Провалился в болото? Да, и ни туда, ни сюда. О, если вы не придете, он утонет в болоте, умрет, пропадет бегемот. Ладно, бегу, бегу. Если смогу, помогу.
Ох, нелегкая эта работа, из болота тащить бегемота.